серьезный урон. Топливные шланги пробиты в нескольких местах. Мы истекаем, как свинья прирезанная. Придется повернуть и сбросить вас с южной стороны. Так. Да, приветствую, друзья, с вами Ноксвелл, и это, хрен пойми, какая серия уже разница. Как, ну, традиционно, после предыдущей идет следующая серия. Гениально сказал, да? Но я имел в виду, что традиционно у нас две серии в день. Поэтому наслаждайтесь второй серией. Чё? Не, я туда... нет. Я не буду в воду прыгать. О, хорошо, хорошо. Нет базара. Без Б, как говорится. 10 секунд. Можно прыгать, да? Ну хорошо. Удачи, Барбер! Да иди ты в жопу. Может тебе костюмчик дать? Ненавижу воду. Уплываем, давай, выплывай. Плывем на Луну. Но теперь тебе нужно действовать с осторожностью. Локхард. Час ночи. Ну, час ночи. Я буду помогать тебе, но обзор отсюда у меня, скажем так, слегка ограничен. Спокойно, братюнь. Да, мы пистолет этот поменяем. У нас уже есть глушитель, это и коллиматор. Сейчас, подождите, ребятки. Улучшитель, коллиматор. Нам же нужно с первого сносить. Приказ быстро пробежать вдоль периметра. Это консерва где-то рядом. Я ее нутру. Тихо-тихо. Какой труп? Ты что? Какой труп твой? Я не понял, а чё энергия так быстро используется, когда я выстрелил? Чё, костюм забирает энергию от выстрела? Ну, да. Реалистичность. Подождите, ребятки, им нужно сделать вот так хотя бы, чтоб видеть вон того мудака. О, нет, там двое. Вот так я работаю. Не забудьте тыкнуть палец вверх. Какого пророка? Ты чё? Какого пророка ты видишь? Долго получилось, да? Думаю, тебе стоит быть чуточку более внимательным. Что? И сейчас такая перезагрузка миссии. Я бы убил, блин, нахрен. Здравствуйте. Да-да-да! Вот тут... Да! Конечно! Вы меня видели, друзья. Никто не сомневается, что вы такие все зрячие на пос... Конечно. Конечно, ты меня видишь. Ты вообще всевидящий. Ой, меня снайпер стреляет, кажется. Хорошо, всевидящий ты наш. Я тебе сейчас порву очку поскую. Вижу цели дупненькие. А если так? Hello. Вот прям в башню. На, блин. Так, следующий. Есть? Тут я... нет, тут никого нет. Ну все, там никого нет, кажется. А. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас сижу. Подожди, подожди. Так. А вон впереди, смотрите. Очень далеко. А, тут самые листья, да? Ладно, ладно. Я пока никого не вижу. Можно спускаться, я думаю. Бум. Вообще ничего не потерял. Красава. Жалко, вот я еще раз говорю, что на револьвер нельзя тыкнуть. Прицепить глушитель. Это было бы очень хорошо. Кажись... А, ну да, там можешь. Опа-опа. Тихо-тихо, куда я тебе побежал? Почему нельзя, как в Far Cry, спрятаться в ссаных кустах, ёпта? Реалистичность, блин, зашкаливает. Вот с этим... Крайтек, или как они там называются, они очень затупили. Ну, давай-давай.
черт. Ну, если бы тут была баллистика, наверняка бы я попал. Но нет, этого не батла. Смотрите, довольно-таки быстро восстанавливается энергия после использования инвиза. Смотрите сейчас. И... ба-бам. И почти готово. Все, я готов идти дальше. Ох ты, меня током долбанул. Потеря потерь просто. Все нормально. Чих, чих, чих. По стелсу так по стелсу, ё. Мне... Hello. Добрый день. Как дела? Да? Да знаешь, что оно включено, братья? Можешь мне не рассказывать каждый раз об этом. Я все прекрасно знаю. Так. Мне интересно, как вот этот хрен старый связывается с нами. Потому что он же типа в плену. И как он с нами связывается? Хер его знает. Ну ладно. Ну здравствуйте. Блин. Сейчас вот там будет здравствуйте. Не, не будет. Нужно машину снять. Все, 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 спокойно. Никто не замечен, никого не было. Хорошо. Сейчас я уничтожу цели. И обеспечу вас. Такой защитой идет. О! О, двое. О, да-да-да. Ты на кого идешь, сопля? Слушайте, он бы, я не знаю, еще камнями бы меня кидал. Серьезно. Так. Привет. Как он классно убивает. У него нож очень красивый. У нашего Алькатраса. Давай, давай, давай. Так точно. Обыскайте. Блин. Так, Алькатрас, притормози. Иди ты в жопу. Локхард поставил на тебя Эми ловушку у следующего барьера. Если она сработает, поджарит наносистемы костюма, а может быть заодно и тебя. Обойти ловушку не выйдет. Но попробуем ее обмануть. Одна из подстанций энергосети Призм расположена рядом с восточным берегом, недалеко от тебя. Я ж не допрыгну туда, да? Ни хрена. Паркур, блин. Так, Эми ловушка, которая поджарит нас нахрен. Ну, я этого Лукарта найду и с эту ловушку ему, знаете, куда запихаю. Нет, шучу, я же добрый. Конечно. Что я могу сделать? Так, твою мать, какая защита, я маскировку хочу учить. Ох, ёпта. Не, братюня, идите в жопу. Какой расплаты, иди нахуй. Расплаты, да? Ну ладно, лови. И меня уже стреляют. Иди ты в жопу. Все, заманали. Беру снайперку. Ну, это и есть снайперка, но я беру вот так. Я не знаю, есть ли разница. По-моему, нет. В том-то и дело, что противника нет. Вот так поняли. Вот эта вот херь меня поджарит, да? Ну ладно. Вот так. О, башня разрывается вообще. Как миленькая, если так можно сказать. Какой снайпер? Я вас убью. А если я вот так выйду? Посмотрю, кто же тут? Вон кто-то стоит, кажется, да? Ты чё, рамсы попутал, паскуда? Ой, я думал двоих убью. Ладно, ладно. Ну все, погнали. Потому что потрошки закончились. И... Привет!
Не-не-не, там ничего нет. Подожди. Подожди, я так понял, если я сюда зайду, меня поджарит, да? Так, подойдите. Все, продолжаем. Что-то мне сыкотно тут ходить. Ой, тихо-тихо. Давай, давай, проходи, проходи. Не, по тебе не стреляют, не. Угу, снайперку пока выкинем. И возьмем нашего Валерочку. Наверное, такого еще никто не называл. Тихо, тихо, ребят, вы че? Ух, с одного просто уносит в говно. Превращает человека. Да. Че такое? Че такое? Закидывать меня пизду, как бы, да? Привет! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Я ж тебя убивал, паскуда. Маскировка включена. Так, давайте. Поиспользуем. На, ты под... Ты чё, блин, дебил? Чё, маджахет какой-то, блин? Слушайте. Взял гранатомет и прям в рожу выстрелил мне. Ну, конечно же, он промазал. Это очень радует, но... Да ебать. Маскировка включена. Так. Вот тут я сейчас кого-то... Так, не понял. Чё стоим? А, забагался дружочек наш, да? Да. Привет. Ух ты, ёпта! Доигрался. Да лежать, я сказал! Все, вроде мы. Ну, блин, Алькатрас, не позорь мне. Ты же можешь допрыгнуть туда, давай. Иди ты в пень. Мне стыдно за тебя. Ты не можешь допрыгнуть? Ну, блин. Я не знаю, улучшается эта херь как-нибудь или нет. Я бы улучшил. Так, вот здесь, кажись, кто-то был еще. Кто-то меня тут... Каком наверху ты чё? Ты чё, ты чё? А, нет, предложил бы подняться наверх, но нет. Спасибо. Так кто в меня долбит тут? Что за паскуда? Кто? Где? Ну, еще раз выстрели, и это будет последний твой выстрел. Но... Маскировка включена. Не дай бог, я тебя сейчас тут найду, я тебе жопу порву, сволочь. Погнали. И какие у них лифты. Прям то, что я люблю. Хорошо. Тесный лифт. Знает, что, вниз поехали? Вниз поехали? Нет, нет. Проходит через эту станцию. Ладно. Скоро возникнет перегрузка. Давайте если ты выполнишь экстренную перезагрузку, это разомкнется. И когда системы снова включатся, создать серьезный скачок напряжения будет уже невозможно. Он не узнает, так как на приборах ничего не отобразится. Но когда он нажмет на спуск, поверь мне, его ждет сюрприз. Сюрприз, мотфака. Да? Вот это его ждет. Надеюсь. Угу. Привет. Бэ. Что за бэ? Даже нормально сдохнуть не могут. Бэ. Ну отвернись, братюнь, ты ж палишь меня. Здесь все чисто. Конечно. Это чё сказал этот коп из Форсажа? Ну, накачанный тут. Его... Это реально его озвучка была. Мне, кстати, не очень нравится, когда вот озвучки... Ну, я знаю, они этим зарабатывают себе на жизнь, но когда постоянно слышишь одни и те же голоса, вот, то есть, допустим, тот же... твою мать. Не, ребят, я туда не пойду. Тот же Сэм Винчестер. Вот здесь его можно услышать до хрена раз. Его озвучку. Я не знаю, это от кого озвучка, я не помню. Но очень бесит, когда вот ты это... И слышишь, типа, какой-то там Сэм Винчестер тебя зовет, типа, иди сюда. А как я
пройду, если она меня пожарит. Чё-то, ребят, мне не наговаривают. Ну ладно, давайте я сдохну. Разочек. А, вы хотите, чтобы я вот так сделал, да? Все хорошо. Все, можно выключить. О-о. Отлично. Что, за свет не платили? Уходи как можно быстрее. Уходи. Сэл, наверняка отследили утечку и захотят проверить. Порвать пердак тому, кто это сделал. Захотят они. Маскировка отключена. Я думаю, у них тоже нановизоры. И... Кто это сказал? Вот, кстати, сам Винчестер только что был. Он сказал, готовимся к выходу. Ну, это... Ладно. Допустим. Я могу? Думал, что-то произойдет. Можно и без этого визора. Но можно и... Нет, можно и не без этого визора. Вот так, если можно сказать. Давай, откройся. Ну. Ну, ну, а, она открыта, походу. Ну, дебильный этот визор. О. И как вы меня увидели? Все, да, дерьмо. Это точно подмечено, братуха. Вот так. Ох ты, меня током выдолбили сейчас. Подождите, сейчас у меня нановизор восстановится, и я вам буду рвать все и вся. На, паскуда, прям в башню. И ты, паскуда, сдохни. Так, все, идем дальше. Тебе нужно идти вперед. Да? Серьезно? Что ты сделал? Да. Нельзя курить. Хорошо. Они выслали подкрепление на подстанцию. Подкрепление. Еще больше трупов. Не подведи меня. Слушай, я, кажись, пришел сюда забрать от этого Харгрифа. Но где он, я не понимаю. Нормально. Забрали, называется. Ёптель. Это что, хорроры, да? Хоррор мод включен. Можно? Все, задолбали уже. Если отсюда нельзя выехать, да ёп. А я знаю, что сделать. Смотрите. Сейчас все очень просто сделаем. Подождите, ребятки. Немного потупим. И сделаем вот. Да ёпта, не беси меня. Вот так сделаем. Что ты сделал, придурок? Вот это я полдня. Все, пошли нахрен. И ты иди в жопу. Откуда-то же они приехали? Значит, туда и свалим. О, они еще и шины пробивать умеют. Не знал, не знал. А ну. Кирпич. Чук-чук-чук-чук. Блин, ну конечно, ну... Черт. Кажется, это будет забавно. Все, господа. Он наш. Давайте. Черт. О. Взрыв подтвержден. Поднять дверь. Дверь поднята. А вот и мы. Господа, как только увидите его, прижимайте из всего, что есть. На этот раз никаких помарок. Я хочу, чтобы его превратили в труху. Хорошо. Давайте. Катрас, слева от тебя решетка канализации. Выбей ее и доберись до реки понизу. Я открою служебный вход. Я мог бы справиться с этими. Координаты Локхарта. Давай. Вперед. Группа, оружие на автоматический. Оружие на автоматический? А вы что, что это, Сэмми в меня стреляли? Или что? Не Сэмми, а я не знаю. Да, по-моему, Сэмми так называется режим. Его нет. А-за-за. Какая досада, да? Так, нужна обстановка. Обстановка, ну да. Откуда? Ща я вас там повыкуриваю. Да? А кто это говорит? Сэм Винчестер? Да. Сейчас появится...
костель и убьет меня. 100%. Вот отвечаю. Все. Жопа вам. А, у вас там щит. У вас есть все. Ни у кого не хватит. Потому что они умные, а один ты, тупой такой дебилоид, думаешь, что меня можно убить. Ладно. Хорошо. Я приду за тобою. Растворяясь мечтой. Кстати, у него, да, у него мечта убить меня. Какая ирония. Он сказал, больше любимое вставить ты не сможешь? Я не знаю, что это мне на смех выбирает. Слушайте. Вот он сидит где-то там в своей... Это... Я не знаю, где он даже сидит. И командует. Мне нужен его труп. Вы что, ничего не можете сделать? Я сейчас сам все сделаю. Ну так давай, выйди, я с тобой поговорю. Я даже костюм готов снять, потому что видел этого дрыща. И... Черт, тут человек был. Ага. Я это... Слушаю, блин, буквально каждый день. И даже не только в шутерах, а вот в тех же гоночках. И даже в комментариях. Сегодня я наблюдал такой интересный спор. Немного... Не реклама, никакой рекламы. Вы все равно ее не найдете. Группа The Crew. Неофициальное сообщество, наверное. И там был такой интересный спор. То есть люди... начинают обсирать других людей просто из ничего. Ну, просто так. Что-то не так спросил, все. Обострем этого человека. И потом начинается уже война. И перешли даже на политику, на то, что сейчас происходит в Украине. А все началось из-за того, что... Парень спросил, когда бы это будет закрыто. Нормально. Все хорошо. Это Россия, детка. Там много споров было. Это просто... Ну, это нужно просто снимать, делать обзоры, да? За что я вам плачу? Так куда это ты побежал, дружок? Ты платишь им за то, что я им шею ломаю. А вот я не знаю, как туда попасть. Я могу вот сюда попасть? Как мне? То я так вам делюсь с вами новостями, но... Я не знаю, как туда попасть. Человек. Человек. Черт, как сюда попасть? Че, смелый, что ли? Пока. Башню отстрелил. Кто на меня светит? Кто светит? Где? О, да. Ну, давайте повоюем еще. А, вот, блин, мать его, вход. Он, наверное, там наверху сидит под защитой. Тебе нужен мой труп? Я вырву у тебя сердце и заставлю на него смотреть. Тихо, меня только, наверное, шандарахнуло. Спокойно. Никто меня не тронет. Все, ревите. Пнуть. А какой разряд хороший, иди сюда. Нет, братья, черт, нет. Больно, да? Консерв. Метнуть предмет. Полетели, дружок. Пока. I believe I can fly. Я бы пошел ему еще и чайный пакетик бы сделал. Можно? Я бы очень хотел сделать этому мудаку сейчас. Иди сюда, вот так вот. Вот. Не могу. Слушай, ты выпал, ты тебя порезало. Я думал, ты сдохнешь. О, можно сделать чайный пакетик. Вот так вот. Я же говорил, лох, что ты сдохнешь. Вот тебе. Как тебе вкус железных яичек. Все? Паскуда. Он меня доставал всю игру. Вы какие-то тупые, вот поэтому по вам и стреляют. Что, воу? Вот, воу. Так, все, могу идти, да?
Интересно. Мы нашли этого лоха. Я не помню, как это Локар этого зовут. Нашли, покарали. Какая мать твою, блин. Все, вниз, вниз, вниз. Поднимаемся. Бам. Бам. И последний. Не, не последний. Ой, кто это там такой бомбливый, а? Ни хрена. Слушайте, да ребятки просто помешаны на моей смерти. Немного не рассчитал, но... Иди сюда, придурок. Вот так вот. А ну херня это, а не способность. Сейчас я ее уберу. Прямо вот сейчас уберу. Где это? Вот. Это дерьмо, а не способность, честно. Она мне ни хрена не помогает. А вот это уже получше, так мы выше пригодили. Так. Тарат, я что, включен? Что у меня на второй, я не помню. Стоп. Что у меня на второй? Ой, не то, не то, не то. А, увеличенный магазин. Я тут думаю, что ничего не включается. А? What the fuck? Ага, вот. Угу. С это... Святой водой меня плесни. Так, тут, наверное, нужно вот так вот. Эч. О! О-о! Ой, блин. Я знал, что подстава есть какая-то. Этот лох, мне тоже не нравится этот хардриф или как-то. Да, вот оно. Отлично. Спасибо, мисс Стрикланд, показательно. Проверьте признаки, если не будете добавлять. Я думал, ты добрый. А ты против нас, да? Шкурку надо снять как можно скорее. Времени у нас мало. Так говорили про Железного Человека, точнее, про Железного Патриота. В третьей части, кажется, когда хотели снять костюм. О, опять тут же и закончим серию. Опять на самом интересном, и опять на видео. Угу. Если они снимут, мы умрем. А пока можете подписаться на канал, тыкнуть палец вверх и зайти в группу ВКонтакте. Вставай, Морпех. Помирать некогда. Быстро возвращайся к бою. Знал я, что какая-то подстава будет. Ладно, пока-пока.